Все, ребят, я вроде голос свой прорезал и, ну, вроде должен быть нормальным, просто я приболел и не мог снять, в общем, все это дерьмецо, которое выходило. Там трейлеры прикольные повыходили, типа там Orc Slayer, там вообще жесть, типа мистический спаситель, в общем, я думаю, вы точно это видели. Типа у них там чел умер во время разработки, и они его типа так почтили. Блин, он какой-то имбовый, но судя по трейлеру, он просто сразу разворачивается и голову отрубливает. Это просто нечто. В общем, это 50 минут Колизей битв, я так понял, если что. Но может быть здесь будет и крепость, то есть я не уверен на самом деле. Я просто только его скачал, сколько она там, 4 часа назад вышла, я вот проснулся, ебать, в 11, да? И короче, сразу увидел, что там какое-то дерьмо вышло, скачал, и вот снимаю обзор. Вроде сразу понял, что голос норм, так что, в принципе, погнали. Чё? Там есть двухчасовый стрим, но я не знаю, я, наверное, не буду его переводить, там нечего переводить, то есть там чисто геймплей есть. А, там парень скидывал ссылку на под одном из видео, я не помню точно куда. Там двухчасовый стрим Shadow of War, и там чисто просто посмотреть, как он бегает, как он убивает, то есть, ну, такое. Правда, там сильный рокал. Типа говорит, что, мол, сейчас будет сражаться ИИ, ну, если ты будешь в Колизее. А кого она косплеит? Типа Эльтариэль? Блин, в натуре она так, у нее бронька такая прикольная, на самом деле. Мародер, дестройер, и там из-за вебки не видно. Поисон. Ну, командир это 100%. Поисон командир, допустим, да? Ну, согласен, но как бы это косплей, оно так и должно быть. Ну, прикольно вроде. Меч такой халявный. Уши такие наклеила. О, мистик командир. Ну ладно. Мистик командир. Отравленный мистик командир. То есть, если сейчас будет только и битва, то... Но по идее должен победить Дестройер, так что, ну, командир же не будет, наверное, призывать в ПВП бой на арену своих бомжей. А Дестройер бросает бомбы. Да нет, ну тут без шансов, я думаю. Плюс он щитовик. Он, по-моему, щитовик, вот этот мародер Дестройер, так что вообще без шансов просто. Если только он, у него есть ярость какая-то. Oh no, I
I never really liked any of the elves from Lord of the Rings. I mean, Fran was pretty cool just because he looks angry all the time, but I was more partial to, like, Aragorn and you know, the Rangers, and so especially when this character came about, I was like, oh my gosh, finally an elf that I think is worthy of being. По-моему, она говорит, что она не видела больше эльфов, типа, на выставке. Ловушка уже каким-то образом стоит. Ну как вообще? Не может, ну нельзя победить, по сути. Он, во-первых, швыряет бомбы. Во-вторых, он щитовик. А, они стреляют в него. То есть он все-таки привел с собой толпу какую-то. По старинке из первой части... ИИ тупят подойти в упор, блять, и надавать люлей. И они просто стоят и кидают. Ой, блять, что такое? Что такое? Что сейчас было вообще? А, да все, у тебя без шансов, бро. Белый экран, и он падает и умирает, в общем. Я же говорил, ну, блять, на щитовика вообще без шансов. 5 уровней получил. А можно, блядь, и мне хотя бы, не знаю, демку, в которой будут работать только вот эти битвы? Потому что... Там Поса какой-то танцует, танцевал. Пришел такой с коньяком, потанцевал, знаешь, и ушел. Я просто, ну, мне интересно, а можно сделать своего вождя во вражеской крепости, то есть, или только бодигардом? Кто это? Подожди, это Талион, ну, типа, Поца, который снимается... Я не вижу просто... Вот сейчас вроде видно его лицо. Да-да-да, это Талион, короче. Ну, типа, в шапочке. Актер, который снимается. Вот-вот, да. Сразу видно, куда летят деньги за предзаказы, да? Чего они такие счастливые, в общем? Пиздец. Жалко, конечно, что не было добивания. Эли позовут, что ли? А я думал, это мечи на самом деле, а не кинжалы. А оказывается, это кинжалы. Ну, как она говорит. Тут даже на самом деле нету красивых уруков. Ну, на карте пока не вижу. How this works. So the way that it does, and go ahead and hit B again actually.
the way that works is we fight the bodyguard. So we have to highlight over, let's highlight one of the captains of the war chief out there and see where those bodyguards are going to. So this one's going to this guy. So let's go ahead and highlight this guy on the far left, and then we'll command him to join that guy up top. Типа инструкция сдана. Ну блин, лол, это так понятно вроде. Чё нет? Он попробует запиздить одного из трех. Ебать, вот Олахай у этого командира, я вижу у него классный шлем этого казнь, и у него мистик броня. Боже, какой он топовый. Он просто, вот он. Это просто топ. Если они будут сражаться, пиздец, я тогда за то, чтобы вражеский Алахай умер. О, победил. Какой умер, блядь. А можно, по-моему, даже проверить, на кого попало. Видите, если у них была дуэль, а на Алахае появилась... Я угадал, да? Нет, не угадал. А, так вот какой уёбок меня забанил на стрим Твиче. Ладно, это была неудачная шутка. Он типа модератор. Ебать, шапка и длинные волосы. Вот это пиздец просто. Ну блин. Трэш какой-то. Ладно бы еще косички, знаете, у нас вообще какая-то тупая мода пошла, что мужики носят косички. Ладно бы еще это, но длинное это. Вау! Террор танк! Без руки, по-моему. Давай посмотрим, как ты уверен, короче. Подходи, дебил. Я заставлю тебя сожрать свои слова. Ну и пошел батл. Уворачиваемся. Ну, точнее, типа анимации красивой. Наносим урон. А он танк, у него очень много хп, плюс он может отхилиться немного. Наносим дамаг. Красивая анимация ей. Да, это мы ему нанесли, я думал, он нам. Нихуя себе гарпун. Все, он брокен, сейчас будет добивающий... Нет? Да, наверное, будет добивающий анимация. Улетай, мой господин, улетай. Блин, он вообще без шансов против Алахая. Все, пошла жара, короче. Минус голова, сейчас оторвем ему бошку. Опять та же анимация, я ее уже видел. Можно хоть что-то новое? Там хребет, руки, я не знаю. В смысле? А чё, ему уровни не дало? Только дали сраный ножичек или что? И вообще, вроде говорили, что типа на каждой карте есть арена, то есть клетка. То есть можно устраивать поединки постоянно, вот такие типа автоматические, то есть ты просто смотришь. По-моему, это работает только когда ты натравливаешь своих против своих, то есть 100% вроде бы говорили. И... когда ты подходишь к вождю. Я хочу, чтобы это был какой-то наш урок. Я хочу, чтобы это был... Блин, заклеймите вот этого лохая вражеского. Он такой красивый, пиздец. Я хочу, чтобы он отпиздил чуть-чуть. Не, вот этот не хочу. Террор-танк. О, вот этот Куга Эндлес. Он вроде солидно выглядит. Не хочу я лучников, блин, это будет тупо, арбалетчики, они там хуёво дерутся вот.
Мне не нравится. Давайте вот этого Тугу. Вармонгера командир. Опять. Арбалетчик. Вон, я хочу вот этого. Ворчифа. А он один на карте. Тут два только Олахая. Лол. Значит, если они захотят заклеймить Олахая, то они заклеймят по-любому того, которого я хочу. Хотя не уверен, что темные метки там нету Олахая. Бежит в страхе, когда атакован стелс, нихуя себе. Прикольно. Класс танк. Хил во время боя, волна мощи и иммунен туку, проклятие, короче. Не надо, блять, они же... Боже, он какой-то фу. Он командир, короче. Кроссбол, арбалет. Ну вот это Дарк, Марксман, еще вроде что там. Плюс у него усиленный выстрел, и он быстро стреляет. Вот этот еще может победить. Но вот тот бомжаров, сука, в имперском шлеме, которого я ненавижу, его вообще нужно убить просто. Отправить на бой в клетку с каким-то, блядь, супер хайлевельным своим орком и просто отдать ему уровни. Просто а то бомжара какой-то. Он, короче, базарит. Он сидит, короче, твичит на телефоне. Вот, у него усиленный выстрел и быстрые выстрелы. Вот, да, такой урон, что даже станет цель. А если он быстро стреляет, то он даже не даст, по сути, к себе подойти. Вот, танк хилится. И волна мощи он отталкивает. Плюс у него есть цепи терроров. Ну не хочу флака, ну не надо. Блять, это просто пиздец. Все, Шаг победил. Какие долбоебы голосуют за вот этого имперского дебила? Ну просто не понимаю. Почему за Кугу никто не голосует? Он танк, он по-любому победит, это будет весело. Но хотя сейчас мы сражались против танка, и он Олхаю почти ничего не мог сделать. Просто нихуя. Прямо на нас создается, то есть в крепости есть одна точка, где создается эта хуйня. Пиздец, это такой. Эй! Талион, свали! Я ж не вижу, какие способности. Кто это? Ну это понятно. Блин, он такой высокий по сравнению с нашим бомжом. Он вармонгер, это точно. И плюс он сэвидж. Вармонгер и плюс с огненными оружиями. Он огненный вармонгер слэйер, а вот это уже плохо. Слэйеры казнят на половине хп. Так что тебе нужно выстрелить, пока ты не сдох. Молодец, все, теперь ты выиграешь. Стреляй, не давай ему вставать, убивай его нахуй. Будь крысой, убивай его, молодец, убивай нахуй. Все, красивая анимация пошла. Оп, блок, в рожу и выстрел. Все, браво. Браво. Тебе можно в ближнем бою сражаться спокойно. Я же говорю, быстрый выстрел, пауэршот, это самый ебанутый вообще урок получается. Жалко, блин, капец, он так его быстро победил. Вообще без шансов, если бы это был щитовик, еще может быть что-то произошло, или Олахай. Но он просто улетел, упал на коленки, его бух-бух-бух-бух.
pictures. It's a total. It's really fun to see how many happy people back there. And now he's choking one of them. Этот Twitch хост говорит, что много людей приходят побазарить с актером Талиона, типа. Очень фаново смотреть, сколько там народу. Подождите, а у Ильтари разве белые волосы или это уже дополнение? По-моему, она всегда ходит в капюшоне, и волосы не видно. Хотя я не смотрел на самом деле на это, по этому поводу. Может быть, у нее и правда? То есть ходы закончились. Вот давайте Кугу лучше, блядь. Он вроде солидно выглядит. Ну, как у него брони почти нету. Но это не важно. Зачем броня? Если есть много хп, правильно? А есть интересно, ну, если, допустим, у Урука скилл, типа. Допустим. А интересно, если, допустим, у тебя неуязвимость с стрелом, ты можешь, типа, уворачиваться от них, или ты не получаешь урон тогда от стрел Урук? Блин, тогда капитан мог спокойно запиздить арбалетчика, и вообще тот ему ничего сделать не может. Ну, только в ближнем бою уворачиваться и ударить там его разок. Против чувака на Карагоре? Ну давай, ну я тебе желаю удачи, там, не знаю, здоровья и победы в этом бою, хотя тебе ее, видимо, не видать как своих ног. Против кого ты сражаешься? Против арбалетчика тоже, но только он мистик, и он типа нежить, и он на Карагоре. А на Карагоре, в принципе, он может отправить просто Карагора в бой. Он бестмастер, правда. Ну, правда, этот вармонгер, то есть, и плюс у него есть пати. Так он бестмастер, он призывает еще этих, блядь, бомжей. Хотя вот этот без проблем их перепизживает. На самом деле, вообще. Тупо их вообще валит без проблем просто. Ой, промазал. Чё за дичь? Это фреймы провалились или это у меня видео? Не, это фреймы провалились на Твиче. Ну, бывает чё. Бывает. Мы везде, короче, твичим, так что нормально. Стримим. Вот, Эльтариэль тоже всегда ходит в капюшоне, то есть... Хотя, блядь, я что-то вообще сейчас задумался, я не помню вообще ни одного трейлера, где она снимает свой капюшон. Хотя, может быть, это было в Эльтариэл трейлер, то есть она там, когда в пещере сидела, она могла снять этот ёбаный капюшон.
Но я его не смотрел. Неинтересно про нее смотреть. Да капец, у тебя что, PowerShift что ли? И что происходит? Бомба, которая ни хрена не дамажит. Огненная стрела. А, не, блять, это муховая стрела с мухами, типа проклятием. Вообще без шансов, что ты делаешь? Ни хрена! Ножом просто порезал. На тебе. И пошла анимация, да? Кто быстрее выстрелит? Все, ГГ. ГГ нашему. Убили этого мраза. Сука. Сдохни. Такие, как ты, должны умереть первыми, мразь. Молодец, чувак. Да хоть ты и вражеский, ты реально молодец. Ты победил нашего долбоеба, который возомнил себя крутым. И все, молодец. А я думал, когда он телепортнется, на самом деле будет анимация побольше. Ну, типа, если... Ебать, у него глаза светятся. Lucky shot. Не, ну он на самом деле вообще без шансов в ближнем бою, ты чё? Хотя он что-то блокировать начал. Он типа, они типа пытаются адаптироваться, то есть типа скиллы у некоторых есть. Рекрут. Он нормальный, вот этот нормальный. Я думал, когда он телепортируется с ножами в упор, то есть там будет какая-то анимация, как когда они к Талиону телепортируются, они так его красиво режут, да? Я думал, они также будут и с вражескими уроками, то есть, а там просто он, ну, его резанул один разок и все. То есть не было никакой анимации там, где он его так режет. Я помню, у дарков есть типа удар, когда они достают ножи, ну, подходит к тебе, и там нужно нажимать вовремя три кнопки. Помните вот эту анимацию, когда он вокруг тебя крутится и пытается тебя ударить, а ты типа нажимаешь кнопки, и ты уворачиваешься. Вот, если бы такая анимация была против уруков, это было бы клево посмотреть, как они режут, блядь, его. Хотя, может, она и есть, я ж не в курсе. Ну. Все, она идет, короче, работать, походу. Или просто стоять в фоне. То есть, типа, попасть на стрим может любой? Ну, я имею в виду только работник или вообще любой? Другого, господи, ну слева, справа, сверху, блядь, снизу любого, но не этого. А, у тебя нету ходов. Ходы. Ходы закончились. Нету буквы А. То есть ну, как бы можно только походу убивать обычных бомжей. This is like Aslar all over again. No, it's better than that. No,
Ну вот, блядь, Олахай классный, такой топовый. И против кого он будет сражаться? Там даже черного... черной тени не было, то есть... Ну-ка, отвали. Я побежал. Паркур, конечно, это... типа создает голосование, кто победит. Ну, как бы сейчас, ну, непонятно, да, потому что я не могу определить, какой орк будет. Вот как только он выйдет на арену, я посмотрю, кто он, вообще, что он, ну, как бы, как его имя. Я посмотрю его классы и перки. Ну, я уже, в принципе, догадываюсь, какие у них перки, так что можно будет сразу понять, победит он или нет. Да не лагает, ебать, нормально. Вот тогда пролагало каким-то образом, вообще там фреймы попадали жестко. А сейчас нормально. Ну ты же меня не слышишь, это уже по сути запись стрима. Чемпионы, которые будут сражаться, напиток. А я не хочу, чтобы Тука умирал, так что пошел ты нахуй, модератор. Тука топовый. Кто ты такой? Ну, у тебя уже меньше шансов. Командир? Да ебать, без проблем. Сейчас Карагоры пойдут в бой, блядь, а потом он, блядь, его застреляет попросту сдалека. Да ну какого хера? О, все, он в ярости. Блядь, вот сука, вот это потно сейчас будет, вот это потно. Отходи, стреляй, отходи, стреляй. Они вообще умеют управлять этими Карагорами, а то они просто, по сути, ходят на них и все. И падают, и умирают. Блядь, ебать их тут дохуя. Ебать! Пошел нахрен! Пошел нахрен! Стреляй, бро! Пошел ты нахрен! Нет, нет, нет! Живи, пожалуйста! Тука, живи! Ты ж бро, ты ж... Уворачивайся, ты ж крутой! На тебе арбалетом по роже! На тебе еще арбалетом по роже, на! Молодец! Просто красавчик! На тебе! Я тебя сверну... Сука, разрежу тебе глотку, мудила! Хода! Это просто молодец! Реально молодец! Сука, бог просто отрезал ему бошку нахрен! Это, заметь, он тупо мечник не мог по нему даже попасть, он уворачивался! Он как читер вообще просто! Я как-то вообще, вот сейчас я доволен им как никогда раньше. Почему дает сраный лут? То есть оно не качает их, оно дает им. Оно дает какой-то сраный лут. Вроде он 39-м был. Какой он сейчас будет? По-моему, он таким же 39-м и остался. Блин, какой-то читер вообще просто. Карагоры, конечно, сливаются по фасту вообще. И они, походу, не умеют управлять на карагорами, ну, на карагорах вообще. То есть они даже не атакуют, они просто ходят по карте. Ну вот это то, что, блядь, он просто подошел и запиздил спокойно. Они вроде уровнем не так отличались, то есть вроде бы, я ж не заметил. Но вроде бы они по уровню от друг друга не сильно отличались, то есть... Тука не сильно превышал, или даже, по-моему, он меньше был уровня, хотя хуй его знает. Вот от этого Лохая 23-го, да, Урласу Тонг. То есть можно привести на осаду, вот смотрите, какой он красивый, можно привести на осаду
четырех, допустим, капитанов, да, возьмем самый бомжарский сет, ну или одного, как я хочу, можно привести на осаду одного капитана, но внедрить в шпионы, и тем самым они появятся в бою. То есть они предадут своего вождя и появятся в бою, и будут пиздить на точке всех. То есть в крысу они могут победить. То есть так можно будет неплохо, то есть можно всю крепость наводнить своими капитанами вообще. Гордуми, Бурзума, Аутпост, ебать такие названия, конечно. Talion Strike, да. Ну или Shadow Strike. Так можно перемещаться Talion Strike'ом, просто подлетаешь высоко и бьешь в землю где-то тоже далеко. Вот я не вижу, он вармонгер, да? Но кто? Ну, я не вижу, это, по-моему, воин, одноручник, мечник. Но кто он? То есть мистик, хуй пойми, из-за вебки ебаной. Хуёво, но у Олахая больше силы и больше хп. Так что будем надеяться, что Олахай все-таки победит, потому что я хочу, чтобы вот этот красавчик остался с нами. Блять, пожалуйста, хоть бы ты победил. Каким-то об... Ну ты же можешь, блять, я верю в тебя. Ты же крутой. Ты тем более мистик, ты, у тебя там ножичек, наверное, есть. Огромный. Или Олахай не... Не, они не юзают, по-моему, свои вот эти ножи, как в Дарке или прочем. Они булавой хуярят. Интересно, он может телепортироваться? Ну, типа, с булавой за спиной такой, на, по хребту. Нет, я хочу, чтобы победил наш Алахай. Если у тебя есть последние слова, я хочу услышать их сейчас. Ассасин, блядь, вот это плотно, плотно. Он выше по уровню, это уже плохо. Он вармонгер, это хуёво, потому что он базируется на войне, а значит, он будет охуенно уворачиваться и охуенно атаковать. И он ассасин, значит, что в ПВП у него пиздец. Охуенно, большие шансы, потому что он будет бегать по кругу, сука, уворачиваться, атаковать в спину, как крыса. В общем, пиздец. Будет вся надежда на силу Аллахая и на его ХП, и что его нельзя застанить. Наверное, будем надеяться. Я должен испугаться этого. Видите, он ворачивается, как падла. Он уже его дамажит просто, а по нему попасть не может Аллахай. Ему пиздец, блядь. Смотрите, какая крыса это вообще. На тебе по роже. На тебе по роже. Он, встань, атакуй, пока у тебя есть шанс. Не, у тебя нет шанса. Тебе пиздец. Я говорю, это просто пиздец. Ассасины на ПВП это... Вы видели, он, блядь, сзади в спину зашел, как крысяра последняя. Давай, рекрут. Конечно, рекрут. Он очень крутой, он очень... Ну да, конечно, он по уровню, блядь, меньше. И плюс тот же ассасин. Ассасин сильно зашкварный. Он на ПВП, а они же базируются на ПВП. Так что он охуенно атакует. Блин, это как-то нечестно даже было. Нихуя себе, темные врата, я был там, типа, я помню тебя, короче, типа, я видел, как ты, я видел морду твоего, ну, типа, лицо твоего сына, когда его убивали, я слышал панику твоей жены, ну, типа, панический голос твоей жены, то есть, крики, походу,
когда она истекала кровью. Нихуя, вот это сейчас, короче, вообще речь просто толкается, вообще мощь. Вот это вообще, вообще. Не, ну, блядь. Не, ну, Ассасин, конечно, это другой вопрос. Плюс он вармонгер, сука. Блядь, ебанутый какой-то для ПВП поц. Его можно чисто заклеймить, если ты хочешь всегда побеждать в ПВП. Потому что он, видимо, ебанутый, действительно. Набор навыков, это пиздец. А, приложение, которое типа делает тебя призраком? Ну да. Почувствуй себя Талианом, короче. Лучше бы баги фиксили, раньше игру выпустили, чем всякую хуйню, сука, делали. А он уязвим к экзекьюшенам? Может, ты будешь юзать экзекьюшен, или ты вообще не умеешь играть? Что это такое? Что это? Это что? Это типа ковер для... Это колонка, блядь, я не пойму, что это. Это мышка, коврик для мышки. Я не в курсе, что это такое. Скажите мне кто-нибудь в комментариях, что это, блядь. Блин, какая-то непонятная хрень на самом деле. Просто квадратик такой, ну, для чего он? Да блин, ассасин. Он, плюс у него без шансов, сука, я вспомнил! Блять, сука! Блин, я вспомнил про ебаный ноушоу ассасинов! Блять, вот это пиздец! О, охрененно, он еще и приручил себе этого животного, на котором не умеет кататься. О, они друг друга убивают, отлично. Отлично. Чем меньше врагов, тем лучше. Ну, прошла эта штука, типа, можно попробовать покомандовать. У них должны были восстановиться очки. Уже, смотри, раз, два, три, четыре, пять. Кому, какому-то вождю тупо на точке прилетит пять ударов. На. Он сразу сдохнет. А потом они его забьют толпой. Давайте отомстим этому ассасину. Не, давайте его приручим. Потому что он реально полезный в ПВП. Я так подумал, но пускай он меня убил, зато я окажу ему милосердие, я его приручу. Если, конечно, получится у этого долбоеба. Он вообще не юзает свою... Ну, типа, мощь. Кстати, после смерти мощь осталась, нихуя себе. То есть, по-прежнему доступно вот это, типа, добивание. Клево. О, они празднуют мою смерть, да, падла? Вот выродки. Бля, нихуя, Iron Will! Ну почему, сука, постоянно? Почему постоянно, когда я хочу охуенного имбового урка, он постоянно оказывается каким-то охуеть, он immune to execution, сука, он ассасин, блядь, и плюс... Блядь, нет! Shaming him
имеет шанс, блядь, отключить эту Iron Will. Блядь, ну это пиздец какой-то, господа. Ну, блин, ну почему так всегда происходит? Это закон подлости, понимаете? Это закон ёбаной подлости. Пиздец. Вот так всегда происходит. Это реально. Я разочарован. То есть это не 100% даже, что эта железная воля спадет. Блин, он очень имбалансный для PvP. Не, ну, даже Куга его не победит. Потому что один на один вообще шансов нет. Он как пидорас уворачиваться будет. Здрасте, народ! Опять это... Ты помни... Ты сражался со мной снова? А, ты типа бросил мне вызов снова. Во время, когда я праздную твою смерть. Давайте, отпиздим его. И мы сможем праздновать дальше. Ну, у Куги шансов нет. Давайте сразу вот так вот уточним этот момент. У Куги шансов нет. Будем надеяться... Сука, в стелсе пытаешься меня убить, ублюдок, да? А ну-ка, пошел нахрен! У Куги шансов нет. Будем надеяться, что хотя бы он сможет поубивать обычных бомжей. И не будет просто бегать за нами, как последний имбецил, который, блядь, ничего не может сделать. Бей хоть кого-то, ну! Оправдывай имя бодигарда. На тебе, падла. Бей его, бей! Да, бей, бей! Граук. Сука, у Талина попа подгорает. Ну-ка на тебе врыло. Охренеть, он в ярости. От чего? От Грауга или от заморозки, или от... От чего? Ну да, от... Блять, попадания ему в ногу. Сейчас начнет лупить, падла. А потом опять no chance. Да пошел ты нахрен, нет. Я не хочу умирать снова. Забивайте, пожалуйста. Забивайте их насмерть. Врыло тебе. Все, все, отлично, отлично, Броукен. Нужно зашеймить его. Шейм тебе, ублюдок. Тридцать третий. Он все равно топовый. Но, правда, даже у него уровень Куги, но все равно он топовый. Подожди, то есть он сказал, я спрячу нас на секунду, нам нужно посмотреть на карту. И в итоге спрятал карту, а не вебку. What the fuck с вами не так? Они смогут его приручить? Не знаю. Вот уж не знаю, не знаю. Куга нас догоняет, у него что, стремительность или что? Как он нас догоняет, блядь? Граук нас догоняет. По-моему, они ускорены, он как-то сильно быстро бегает, сука! Хватит бежать за мной, блядь! Что это? Это Snapchat фильтр. Вроде. Ну. Yeah, go ahead and go to the army screen. Perfect, hit army. Nice. All right, so see the guy on the bottom, middle bottom. Right here. Mom?
So it's the guy with the ton of stuff, lines going to him. Go over to the right one. Right here. Over to the left one. That one. Mark that target. Он сейчас скажет, он сейчас покажет то, что и я вам хотел сказать. Сейчас будет просто, он будет идти, а за ним будут идти все наши бодигарды. Это будет изи победа. Можно даже не сражаться на самом деле, можно просто его призвать и просто поржать, как они его забьют до смерти, просто реально поржать. Там сколько было, 5 бодигардов или 6, я не помню, честно говоря. Он выйдет такой, типа, и его в спину сразу 6 бодигардов на тебе, ублюдок. Следы какие-то. Следуй. А ну-ка, поотваливайте народ, а то вы, блядь, мне тревогу выбьете. Отозви, зажми кнопки, отзови своих бодигардов, они же, блядь, сейчас будут просто в крепость забегут и вызовут тревогу. Хедшот. Я надеюсь, они пофиксят, чтобы бодигарды были умными, типа, понял? Чтобы они сражались действительно, а не просто бегали за тобой. Будем надеяться. Не, им можно приказать атаковать выбранную цель. То есть, если ты нашел капитана, ты можешь призвать бодигарда и приказать ему лупить именно бодигарда, ну, именно капитана. И он будет лупить только его. И будет такой своеобразный PvP. Типа дуэль. Если, конечно, им мешать не будут. О, и тянка пришла. Это сейчас будет просто, сейчас будет ор. На тебе, ублюдок! Бум! Там 6... Сколько там бодигардов? Там 6 бодигардов, по-моему, или 5. Их просто тьма. 1, 2, 3, 4. 4 бодигарда. Что-то как-то мало, было больше, по-моему. Они его должны забить сейчас вообще тупо изи. Все, Урук, Олахай вошел в ярость. Сейчас будет долбить. Мистик. Мистик, все, он пошел арбалетом в упор в очи попиздить. Щитовик пришел помочь. Олахай сейчас пиздит. Основной урон наносит. Ну как основной урон наносит? О! Это телепортируется, но щитовик не дает ему уйти. Так, Олахай швыряет нахрен бомжа. Они забивают его. Сейчас будет, наверное, красивая анимация, да? Сейчас опять лучник подбежит и все сделает. Он дебил, он просто в толпу... Чё такое? Вы серьезно? На самом интересном месте, блядь! Бля, вот это ебать позор! Не, ну там без шансов, там по-любому без шансов. Там и второй, который прибежал ему на помощь, тоже там без шансов было. Они оба брокены уже, так что GG. В общем, ребят, я вернулся. Я думаю, вы видели уже эту битву на Пите, но все равно я его залью. Может, кто-нибудь не видел. Так что, в принципе, ребят, вот так вот. Приятного типа просмотра, вся хрень. Буду сидеть опять мониторить, что вышло, что не вышло. В общем, все. Всем удачи.